На 9-му каналі програма «Актуальне інтерв'ю». Мої вітання. Почнемо з історії сумної для України. 26 квітня 1986 рік. На 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС лунає потужний вибух. Сталася найбільша в світі техногенна катастрофа 20-го століття, наслідки якої ми відчуваємо на собі і зараз. За оцінками незалежних експертів, 500 тисяч людей померли від радіації, 8,5 мільйонів жителів України, Білорусі, Росії в найближчі дні після аварії отримали значні дози опромінення. Сьогодні ми згадуємо Чорнобильську катастрофу разом із ліквідатором наслідків цієї аварії Олегом Шарком. Моє вам вітання. Вітаю вас. До речі, 26 квітня особисто для вас – це свято, це що це за день? Для мене це, точно не праздник, тому що праздновати як би нічого. Скоріше, це просто день пам'яті. День пам'яті того, що відбувалося, і день, мабуть, який має дати урок Україні, ну, і не тільки, в цьому світу, чого не можна допускати. З чого безпосередньо для вас розпочався Чорнобиль? Я на той момент проходив срочну службу в рядах вооружених сил. Тоді був Совєтський Союз. Вот, і всіх призовного возрасту, після першого курсу, ми кончили перший курс, бронь тоді зняли, і я ушов служити в армію. 85-87 год. Якраз в даний момент проходив службу, і в час аварії, наш батальйон зв'язку, располагался в Чернигове, который отправили. Зовсім рядом. Да, практически там недалеко. Отправили на восстановление. Вот с первых самых дней мы были в Чернобыле. Первые ребята уехали туда примерно 4 или 5 мая. Я лично был с 10 числа там. И вот с 10 числа мы выполняли те задачи, которые перед нами ставило командование на тот момент. Это восстановление линий связи, потому что взорвалось, плюс химики напортачили. Если вы помните хронику, все, наверное, видели вот эти колонны машин, которые шли в одну сторону, в другую сторону, их мыли. Мыли, химики рыли ямы, в которые стекала вот эта вот вода, которая мыла все. И они порвали все, что можно, все телефонные кабеля. Поэтому, так как я тогда служил именно в батальоне связи, военные проводили, прокладывали полевые кабеля, те кабеля восстанавливали. И плюс были такие ситуации, когда наших ребят давали на усиление ночных патрулей в борьбе с мародерами. Потому что там, город пустой, и некоторые, скажем так, были эпизоды, когда в залишених будинках, в оселях, в квартирах їх лазили, пытались там что-то найти, може кто-то что-то оставил в попыхах, потому что люди хватали, знаете, как схватил, побежал, документы там, что-то. Вот какие-то ценности могли забыть. И, в общем, какие-то ночные патрулирования вместе в сводных группах мы участвовали. Якщо говорити про засоби захисту, якими вони тоді були? І чи розуміли ви взагалі, в якому пеклі перебуваєте? Не совсем, если честно, потому что, скажем так, информация не то, чтобы скрывалась, она не доносилась до нас в полном объеме, скорее всего, в котором должна была бы доноситься до личного состава. Хотя мы были рядом с, был такой батальон химзащиты киевский, там ребята более опытные, химики, они нам четко, знаете, какой свойский инструктаж осуществлять. Ребята, вот это можно, вот это можно, вот это надо делать, вот это не надо делать, вот это ни в коем случае нельзя делать. Вот, допустим. Потому что были ситуации, знаете, как называется, и смех, и грех, и слезы. И, вот абсурдные, абсолютно абсурдные. Именно по незнанию, потому что до людей не доносилась информация, да, как нужно себя вести, потому что у нас опыта у страны, опыта подобного не было. А потом уже Япония там произошла, еще что-то. Вот. А, извините, ни Хиросиму, ни Нагасаки мы опыт не перенимали. И вот простой пример такой. Вот эти вот опять же химики роют эти ямы, все туда стекает. И они стоят, вот эти вот бригады, посменно. Да? Одни стоят в ОЗК, в противогазах, такие все со шлангами моют. Отдыхающая смена 20 метров от дороги.
сняла ОЗК, расстелила, разделась до трусов, лежит, загорает, да. Те пошли чуть-чуть дальше, какой-то ставочек, наловили карасей, варят уху. Ну, то есть, понимаете, вот это вот, скажем так, поведение людей говорит только о том, об неинформированности. Поэтому, как бы, о том, насколько нас инструктировали, можно понимать вот о том, как люди себя вели в таких ситуациях. А что касается средств защиты, ну, армейские средства защиты, ну, там, респиратор, примитивные. Были какие-то, правда, выдали. Такая, знаете, была тогда, как они говорят, просвинцованная форма. Она такая тяжелая была, трошки просвинцованная. Ну и все. Все средства защиты. Были такие приборы, называется накопитель, который показывает, какую дозу радиации получил, там, допустим, ну, каждый. По правилам, ну, как я понимаю, они должны были быть у каждого. Нам выдали один на все подразделение, на 5 человек. Через 3 дня его отобрали и сказали, он уже зашкаливает. Ребята, получите новый. Новый нам не дали. И вот все остальное время, которое мы там пребывали. Ну, а вот сколько времени в общей сложности? В общей сложности, смотрите, я был с 10 мая аж по 22 июня. Но я не был там вот непосредственно постоянно. Мы выезжали и заезжали в зону. Я мог находиться в 30-километровой зоне, в 60-километровой зоне или непосредственно под реактором. Потому что я, ну, был даже под стенами реактора. Но я не буду говорить, что мы там вот постоянно находились прямо в эпицентре. Нет, мы заезжали, выезжали. То есть у нас такая мобильная задача стояли. Первые проблемы со здоровьем когда начали ощущать? Вы знаете, так получилось, что я спортсмен. Вот. И я всегда вел здоровый образ жизни. Я никогда не курил, практически не употреблял там спиртного, занимался спортом. Может, именно вот этот образ жизни немножко мне, ну, скорректировал. Да, потому что, в общем-то, проблемы со здоровьем я начал ощущать, ну, лет, может, 10 назад. Ну, вот где-то так. Но это отголоски именно Чернобыля? Вот сейчас я столкнулся с такой очень неприятной ситуацией отношения к чернобыльцам, потому что, ну, вот по закону я могу раз в году, там, или два раза в году, не помню, пройти полное медицинское обследование на предмет последствий. Да? Вот я получил направление, поехал в Мечниково, там есть чернобыльский этот отдел. Сектор, отдел, да, 7-й этаж. Вот. И, в общем, столкнулся с тем, что не очень охотно, значит, наша медицина хочет связать заболевание с пребыванием в Чернобыле. То есть, ведь есть у вас какие-то заболевания, они у вас могут быть общие, да, то есть общечеловеческие какие-то. А вот именно привязать с тем, что вы их получили в результате того, что вы были в Чернобыле, идут они неохотно. Я не знаю, из каких соображений, возможно, связано с какими-то там, может, выплатами, еще чего-то. Или не хотят признавать, что вот столько людей у нас пострадало и имеет проблемы, связанные именно с пребыванием там. Я не готов ответить, но ну, вот може, що є, то є. Да, ну не можу тоді не спитати, як сьогодні держава підтримує вас? Ніяк. Це вот такий вопрос, знаєте, дуже болезненний, тому що практично у держави, я не говорю страна, я говорю держава, да, государство. А государство є одна, знаєте, така плохая черта, вона любить забувати все, що для неї люди делали. Ветераны Великой Отечественной войны, Второй мировой, как сейчас принято называть, да, вот, они их забыли. Чернобыльцы, значит, сначала там был почет и уважение, дали льготы, дали там чего-то еще, какие-то плюшки, поблажки, оздоровление, и потом начали опять успешно забывать. И начали потихоньку льготы снимать, значит, уменьшать выплаты какие-то на оздоровление. Ну, смешно сказать, вот сейчас Чернобыль второй категории, вот у меня вторая категория. Да, вот в цифрах это проще всего простой понять пример нашим да, зрителям. Да, это будет очень наглядно, да. Если в 87-м году я уже демобилизовался из армии, тогда были какие-то социальные программы, нам там каждый месяц выдавали такой большой такой продуктовый пакет и какая-то была допомога. Сейчас это все закончилось. Значит, теперь на тот момент по закону о статусе чернобыльца, значит, 50% идет оплата коммунальных платежей. Вот ее скасували сейчас, буквально пару лет назад ее скасували, ее монетизировали, но это монетизация условно. В общем, ее в тупую ее нет, честно. Вот. И оздоровление. То есть на сегодняшний день на оздоровление, вот вдумайтесь, выделяется в месяц 204 гривны. Ну, это не, вот вообще ни о чем, да?
какое оздоровление после облучения можно сделать на 204 гривны? Две пачки таблеток можно купить. Сумно, але це... Сумно. Я боюсь, что такая реалии... же история ждет у нас атошников. Що особисто для вас сьогодні означає Чорнобиль? Ну, як я вже говорив, це день пам'яті. День пам'яті. І дуже жаль, що государство, общество не виносить уроків з цього всього. Іначе б не було Фукусіми, не було других таких аварій. День пам'яті. Ну, от, наверное, і все. З року в рік, коли зустрічаєтеся з побратимами, їх стає все менше? Так. Да. От сьогодні зустрічалися? Так. Да. Їх становиться менше. У нас із нашої групи, із 27 чоловік, які були зі мною, от тоді у нас взагалі там така історія була достатньо своя. В общем, у нас тогда готовилась командировка либо в Мозамбик, либо в Афганистан. Ну, взорвался Чернобыль, нас послали в Чернобыль. Вот, и те, кто поехал туда, значит, их потом раскидали, раскидали, раскидали. И вот из 27 человек, которые были в Чернобыле, насколько я знаю, вот 7 человек только сейчас есть в живых. Спустя 35 лет. Спустя 35 лет. Но нужно, наверное, все-таки отдавать отчет и делать, ну, не знаю, поправку или скидку на то, что не все смерти от Чернобыля. Безусловно. Да, безусловно. Возможно, у человека было слабое здоровье, изначально Чернобыль его подстегнул как-то, да. Возможно, человек после Чернобыля, все-таки 35 лет – это целая жизнь, это большой отрезок жизни. Вот, люди могли, скажем так, спиться, например, потому что были такие случаи, да. Вот, умирал он от там. О чем других. Больше всего сейчас мечтаете? И что снится? Как часто Чернобыль снится? Нет, не часто. Не часто. Не часто, честно, да. Не часто. Иногда, очень редко. Ну, бывает, когда просто вот кто-то из друзей заедет в гости, сядем, вспомним. Поностальгировали немножко, ну, да? Понимаете, поностальгировали – это вспомнить и как бы захотеть туда вернуться. Ну, вот не хочется туда возвращаться абсолютно, потому что кроме как того, что там были хорошие, цельные, настоящие люди и друзья, больше как бы я ничего не могу вспомнить того, что хотелось бы вернуть оттуда. Вот оно было, мы свои задачи выполнили. Слава Богу, что мы закрыли тогда этот вопрос. И дай Бог, чтобы мы больше к нему не возвращались никогда. Ни в Чернобыле, ни в других каких-то АЭС или там еще чем-то. Залишилось несколько хвилин. Чем зараз займаетесь? Ну, так получилось, что я с 2014 года был волонтером и был в АТО, поехал сам. И сейчас я руковожу волонтерской одной организацией, которая занимается вот атошными вопросами. Помощь детям, семьям погибших, именно по вопросам АТО. Это никак не связано с Чернобылем. Хотя меня пригласили в Союз, в Соборную спилку ветеранов войны, в правление, там, где существует чернобыльский отдел. То есть там афганцы, чернобыльцы, атошники и так далее. И вот какими-то общими вопросами, организационными в общественном как бы русле я вот занимаюсь. Вот. А так я частный предприниматель, самый обычный. Ваша можливість усім, хто зараз нас дивиться, кілька слів про те, чи вартує те, що було 35 років і ті зусилля людей, яких вже, на жаль, зараз немає. Варто зусилля, що люди зберігли країну, якою б вона не була на той момент. Був Совєтський Союз, зараз Україна. Україна вийшла з Совєтського Союзу. І сохранив на тот момент страну, мы имеем ее сейчас в том виде, в котором она сейчас существует. Поэтому я считаю, что те люди достойны уважения. И если вы видите вот такой значок у кого-то, хотя бы раз в году, подойдите и скажите человеку спасибо. Вам не трудно, а нам будет приятно. Дякую, пане Олеже, за те, що знайшли змогу, прийшли до нас і за той подвиг, який ви зробили 35 років тому. Дякую. Разом з побратимами. Дякую за запрошення. Дякую.
Дякую своєму співрозмовнику і нагадаю, що у мене у гостях був ліквідатор Чорнобильської катастрофи Олег Шарко. Я ж дякую всім за увагу, пильнуйте себе і хай вам щастить!